В Римском Колизее впервые за последние 70 лет проведут капитальный ремонт. Стоимость грандиозного реставрационного проекта – 25 миллионов евро. Работы начнутся в декабре, а завершить их планируют в 2015 году. Я считаю, не будет преувеличением сказать, что реставрация такого масштаба и значимости не проводилась в Колизее последние 73 года. Подобные работы последний раз проходили в 1938-39 годах. В минувшие выходные итальянская пресса сообщила, что древний амфитеатр наклонился примерно на 40 сантиметров с южной стороны. Однако, как утверждает директор архитектурного памятника, Колизей в безопасности. Был отмечен наклон, но он абсолютно не вызывает опасений. Мы исследуем его, чтобы понять, имеем ли мы дело с изначально существовавшим состоянием, или это прогрессирующее явление. Исходя из того, что мне известно, я практически уверена, что мы наблюдаем уже существовавшее явление. Ремонтные работы будут проводить по всему Колизею поэтапно, так что один из главных памятников страны останется открытым для туристов. Сейчас две трети подземной части амфитеатра закрыты для посетителей. После реставрации эти площади частично будут открыты. В будущем площадь Колизея, которую будут показывать посетителям, увеличится на 25%. Кроме того, планируется изменить маршрут движения транспорта рядом с сооружением, чтобы сократить вибрацию стен.